95-й минуте встречи. Тогда Сити обошел Юнайтед даже не по очкам, а по разнице забитых и пропущенных мячей. Это был беспрецедентный случай. С мячом Джек Грилиш. Неаккуратная игра на своей половине поля. Ну как же так можно? Теперь надо снова отбирать мяч. И за боковой мяч ведут в игру футболисты Манчестер Сити. Гюндоган. Это угловой удар. Игра без навеса, разыграли на коротке. Илкай Гюндоган. Родри. Морес. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Мигель Альмирон. Бруно Гимараеш. Неточный пас и, как следствие, перехват. Де Брюйне. И несколько слов о Кевине Де Брюйне. Он здорово играет в командный футбол. Пара передач, и мяч уже в штрафной, поэтому защита обязана быть начеку. Здорово сыгран, удар заблокирован. Александр Исак. Сейчас внимательнее с мячом, они уже на чужой половине. Хорошая атака могла получиться, но не смогли они удержать мяч. Грилиш. Эрлинг Холланд. Есть удар. Вот он гол. Не стали откладывать и открыли счет уже в начале встречи. Классная контратака предшествовала голу. Давайте еще раз посмотрим. Да, и хотя защитники очень плотно там носили, удалось из этого эпизода сделать результат. Здорово исполнено. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Джоэ Линтон. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Очень выверенный пас. Какой отбор важный. Уилсон. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Сравнивать нужно! Ух, Хедерсон спасает сейчас. Центр штрафной, пошла подача. Рано расслабляться, не получилось выбить мяч. Организовали хороший прессинг и вернули себе мяч. Хорошо укрывает мяч. Каллум Уилсон. Вот так и нужно играть у своих ворот. Морес. Эрлинг Холланд получает мяч. Вот это пас прекрасный. Отличный перехват. На этом атака закончена. Уилсон. Мигель Альмирон. Каллум Уилсон. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Кевин Де Брюйн. Морес. Холланд. Что сделает Холланд? В воротах все мяч уже видели. Все, кроме вратаря. Удивительная у него реакция. Он просто потрясающе сыграл в этом моменте. И разыграть решили угловой. Гюндоган.
Стоунс. Обыгрывает он своего соперника. Эрлинг Холланд с мячом. Эрлинг Холланд! Манчестер Сити удается еще один мяч забить, и до двух мячей они увеличивают отрыв. Еще раз смотрим повтор гола. Да, не разобрались игроки обороны между собой. Не смогли плотно сыграть, а времени ведь было достаточно. И не просто так у голкипера возникли претензии к линии защиты. Этот мяч стопроцентно на их совести. Да, на тренере просто нет лица. Совсем расклеилась его команда. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановится. Каллум Уилсон. Атака набирает обороты. Они ищут возможность забить. Каллум Уилсон. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Не дает он до мяча добраться сопернику. Эрлинг Холланд. И пас. И еще пас. И пас. Мигель Альмирон. Каллум Уилсон. Арбитр сработал четко и зафиксировал вне игры. Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд. Манчестер Сити атакует, и мяч уже недалеко от штрафной площади соперника. Де Брюйне. Они снова забили. Преимущество дошло уже до трех мячей. Сегодня явно их день. Повтор забитого мяча, и на нем еще раз отлично видно, что у вратаря не было ни единого шанса в этом эпизоде. С очень близкого расстояния бил игрок и сделал это без промаха. Мы видим, как реагирует на этот гол тренер. И такое преимущество соперника, это, конечно, серьезно. 3-0, это уже серьезно. Шон Лонгстов. Джоэ Линтон. Мигель Альмирон. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Мяч будет введен из-за боковой. Мигель Альмирон. Шон Лонгстов. Сколько передач уже было, я просто сбился со счета. Здорово сыграно. Классно, Манчестер Сити сейчас держит мяч. Думаю, они вынуждают этим контролем соперника нервничать, ведь счет в их пользу. Если дальше дело так и пойдет, то они спокойно доведут дело до победы. И сейчас они вполне могут провести хорошую атаку. Не получается сохранить мяч. Мигель Альмирон. Каллум Уилсон. Бить можно и забивать. Вратарь в деле, отражает удары. Кайл Уокер. Де Брюйне. Эрлинг Холланд.
Да, это был удар на удачу. Удар заблокирован, хорошо сыгран. Не так много времени остается до перерыва. Первый тайм прошел весьма неудачно для хозяев. Счет говорит сам за себя. Вот еще не думал, что первый тайм получится таким односторонним. Они отдали сопернику инициативу и позволяют делать что угодно у своих ворот. Извини, что прерываю. Отличная позиция, чтобы пробить. Отличная попытка была, еще бы чуточку ниже. Шон Лонгстов. Бруно Гимарайнш. Мигель Альмирон. Ошибка со стороны защиты. Этим нужно пользоваться. Эдерсон, как всегда, надежен. Исак. Опаснейший удар, но игрок встал на пути мяча. И флаг бокового поднят. Мне тоже показалось, что здесь был офсайд. Вот что бывает, если стоять в штрафной и ждать своего шанса. У тебя его попросту никогда не будет. Зато вне игры, пожалуйста. У Добрёйна есть варианты для передачи. И на этом атака завершается. Шон Лонгстов. Хороший пас на ход. Какая игра Эдерсона. Как здорово он сейчас среагировал на удар с близкого расстояния. И разыграть решили угловой. Отлично действует оборона. Какой шанс! Защитники справились и отодвинули игру от своих ворот. Хорошая была атака. Исак. Александр Исак с мячом. Каллум Уилсон. Дальше мяч не идет. Перехват. Риат Морес. Кайл Уокер. Кевин Дебрюйн. Джон Стоунс. Эрлинг Холланд получает мяч. И мяч перехвачен. Судья добавляет 3 минуты к основному времени тайма. Дебрюйн. Кайл Уокер. Вне игры никаких сомнений на этот счет у бокового не возникло. Видно было, что игроку нужно вернуться за линию офсайда. И вроде было движение в правильном направлении, но пас получился раньше. Илкай Гюндоган. Надо было поскорее отобрать мяч. Им это удалось. Пас получился. Будет опасно. Эрлинг Холланд. С хорошим преимуществом команда уходит на перерыв. Задача минимум на второй тайм сохранить этот счет. Ну а задача максимум попробовать забить еще. Он сегодня много и продуктивно работает на поле. Пока что он держится молодцом, и защита за ним откровенно не успевает. Дает наносить удары по своим воротам, и один-то гол он уже оформил. И вот на графике замечательно видно, как он бьет. Команды начинают эту игру. Поехали! Грилиш. Эрлинг Холланд. Есть удар!
Вот он гол. Не стали откладывать и открыли счет уже в начале встречи. Мяч продолжает двигаться в сторону ворот. Сравнивать нужно! Ух, Хедерсон спасает сейчас! Морес. Эрлинг Холланд с мячом. Эрлинг Холланд! Манчестер Сити удается еще один мяч забить, и до двух мячей они увеличивают отрыв. Они снова забили, преимущество дошло уже до трех мячей. Сегодня явно их день. Извини, что прерываю. Отличная позиция, чтобы пробить. Отличная попытка была, еще бы чуточку ниже. Хороший пас на ход. Какая игра Эдерсона. Как здорово он сейчас среагировал на удар с близкого расстояния. Судья дал свисток, и второй тайм начался. Пока что Манчестер Сити смотрится гораздо сильнее. Результат на табло. Здорово укрывает мяч. Соперник не может подобраться. Мяч потерян. Отличный пас. Исак. И это момент. Гол! Повтор гола нам показывает. Очень хорошо он сыграл в атаке и смог сделать замечательный пас. И завершение классное. Очень здорово разобрался с прессингом защиты и классно завершил эту атаку. Уже 4 гола в этой встрече забиты. 3-1. Аканджи. Не торопится штурмовать последний рубеж. Игроки ждут ошибки от соперников. Де Брюйне. Просто у него мяч не отберешь. Кайл Уокер. Пас на Кевина Де Брюйне. Родри. С мячом Гюндоган. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стало для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. Навешивает Морес. Пока что не получается выбить мяч. Удар, и мяч попадает в обороняющегося игрока. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Мяч все ближе и ближе к воротам соперника. И теряют они мяч, к сожалению. Бруно Гимарайш. Эрлинг Холланд. Рияд Махрез. Рияд Махрез. Пас на ход, может быть интересно. Забрать мяч не получилось, у вратаря он в игре. Гол! Сначала вратарь спас команду, но потом он уже ничем помочь не мог. Еще раз давайте посмотрим на гол. Здесь, конечно, вратарь сделал все, что мог, но не хватило этого, чтобы отвести угрозу от ворот. Повторным ударом все-таки соперник отправляет мяч в сетку. Манчестер Сити серьезно настроен на этот матч. Он ведет в 3 мяча и почти не дает сопернику играть.
Мяч все ближе к штрафной. Прекрасный подкат, без нарушения правил, и мяч у него. Кевин Де Брюйн. Кевин Де Брюйн. Морес. И снова на Де Брюйн. Без проблем это для вратаря. Морес. Холланд. Что сделает Холланд? Гол! Свой третий мяч он забивает сегодня. Не удержать его. Защита абсолютно не понимает, как с ним играть. Смотрим повтор гола. Ну что сказать, абсолютно заслуженный хет-трик. Оборона сегодня просто на куски разлетелась. Не смогла справиться с одним игроком. У тренера все хорошо. Его команда не замечает сопротивления соперника на поле. 5 забили, 1 пропустили. Громадное преимущество. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Каллум Уилсон. Бруно Гимарайнш. Исак. Передача исполнена не лучшим образом. Получится у них контратака здесь. Ман-Сити получает право на штрафной. Одновременно выходят на поле 2 новых футболиста, по одному в каждой команде. Джон Стоунс. Опасно это может быть. Хорош Ник Поуп. Навеса нет, все низом. Хорошо в отборе сыграно и будет угловой. С углового подает Де Брюйна. Мяч не вынесли, смотрим, что будет дальше. Джон Стоунс. Мяч у Холланда. Отличный перехват, пожалуй, его лучшее действие сегодня. Как хорошо он игру прочитал. Мигель Альмирон. Какой момент! Нужно бить! Не застать врасплох вратаря таким ударом, уверен, он с ним справляется. Классно играет он в этом эпизоде, это главное. Центр штрафной пошел мяч. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Мигель Альмирон. Каллум Уилсон. Александр Исак с мячом. Александр Исак. Джоэлинтон. Мигель Альмирон. Пас не получился, перехват. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Вроде бы хорошая, быстрая контратака намечалась, но одно неудачное действие, и, пожалуйста, мяч уже у соперника. Передачи следуют одна за другой, но нужно найти свободную зону. Мигель Альмирон. Каллум Уилсон. Блокирует удар, хорошо сыграно. Кайл Уокер. Риад Морес. Эрлинг Холланд с мячом.
Ведет он партнеров по атаке, держит мяч. Вот что значит отличная игра в обороне. Пошла контратака, это может быть опасно. Каллум Уилсон. Мигель Альмирон. Очень рискованный маневр, но надо было спасать ворота, и он это сделал. Эрлинг Холланд с мячом. Пас на Кевина Де Брюйне. Мяч не пошел дальше, удар заблокирован. С мячом Фил Фоден. Холланд, что сделает Холланд? И мяч в сетке. Голевой парад во всей красе. Забивают на любой вкус. И, похоже, не собираются останавливаться. Еще раз смотрим этот гол. И здесь, мне кажется, есть вопросы к вратарю. Была возможность все-таки закрыть ближнюю штангу. Хотя расстояние до бьющего особо большим не назовешь. Да, на тренере просто нет лица. Совсем расклеилась его команда. И у нас счет 6-1. Ничего не получится, пас перехвачен. Есть поддержка здесь. Риад Морес. Выходит он один на один. Гол! Он еще раз использует свой момент и забивает во второй раз в этой игре. Вот так был забит этот мяч. Отличный пас в разрез в исполнении Эрлинга Холланда. И мяч пошел точно на ход партнеру. Да, и очень классно сыграно в завершении. Выход один на один, а потом мощный результативный удар, который голкиперу просто шансов не оставил. Прекрасная комбинация. Это разгром. Пас перехвачен, не получилось отдать точно. Впереди еще 10 минут. Очень опасно может быть. Держит он мяч впереди и ждет поддержку. Не смогли ничего придумать и просто отдали мяч. Тут может быть опасно. Свен Ботман. Уилсон. Исак. Мигель Альмирон. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Все-таки получилось забить, но отыграться будет очень тяжело. Времени почти не осталось. Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. Счет стал совсем неприличным. Бернардо Сильва. Де Брюйне. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Каллум Уилсон. Бернардо Сильва. Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд. Фоден. Эрлинг Холланд с мячом. Мяч у Холланда. Кевин Де Брюйн. Чистый отбор, обошлось без фола. Александр Исак. Ставит корпус, укрывает мяч. Исак. Каллум Уилсон.
Здорово сыгран, удар заблокирован. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Назад нужно вернуться. И мяч в штрафной. Джоэ Линтон. Хороший прессинг соперник показывает. Уилсон. Каллум Уилсон. Джоэ Линтон. Каллум Уилсон. Александр Исак с мячом. Исак. Очень опасная атака, но всего один перехват, и она закончена. Де Брюйне. Эрлинг Холланд с мячом. Морес. Атака прервалась на подступах к штрафной. Есть свободное пространство для контратаки. Мяч за боковой уходит. Будет аут. Каллум Уилсон. Все-таки получилось забить, но отыграться будет очень тяжело. Времени почти не осталось. Очень хорошо видно, как они четко в пас сыграли в этой атаке. Слаженные команды и действия. И в ворота бил он уже с очень близкого расстояния. Так что тут шансов промахнуться не было. Начинают они с центра. Сейчас побегут вперед и, наверное, забьют еще. Такой вот у нас сегодня матч. Эрлинг Холланд. Атака не получилась, это потеря. С мячом Фил Фоден. Ну и все, на сегодня Ньюкасл проигрывает в этом матче. Остается им только уйти с поля. Явно не их день. И на футбольном газоне у них точно ничего не получилось. Будем надеяться, остаток дня у каждого из них пройдет куда лучше. Исак. И это момент! Гол! Рияд Морес. Пас на ход, может быть интересно. Гол! Сначала вратарь спас команду, но потом он уже ничем помочь не мог. Морес. Гол! Свой третий мяч он забивает сегодня. Не удержать его. Мяч не пошел дальше, удар заблокирован. С мячом Фил Фоден. Холланд. Что сделает Холланд? И мяч в сетке. Голевой парад по всей красе. Забивают на любой вкус. И, похоже... Риад Морес. Выходит он один на один. Гол! Он еще раз использует свой момент и забивает во второй раз в этой игре. Исак. Мигель Альмирон. Он с мячом и продолжает так крутить. Все-таки получилось забить, но отыграться будет очень тяжело. Каллум Уилсон. Все-таки получилось забить, но отыграться будет очень тяжело. Времени почти не осталось.